Рада всех приветствовать. Меня зовут Балко Ольга Александровна. Я врач-педиатр, гастроэнтеролог детский. Работаю я в больнице скорой помощи имени Ваныкина в городе Тула, в стационаре. И сейчас уже последнее время работаю также амбулаторно, веду гастроэнтерологический прием в поликлинике. Помимо этого, я являюсь преподавателем кафедры педиатрии в нашем Тульском государственном университете. Сегодня мы с вами поговорим про актуальную такую достаточно тему для малышей. Это младенческие колики. Термин «колика» изначально произошел от греческого слова «коликос», и это означает «боль в кишке». Это достаточно частая причина обращения к педиатру. И как обычно у нас это бывает в стационаре, когда родители новорожденного малыша, особенно если он у них первый, посреди ночи неожиданно приезжают в панике, потому что у ребенка начались сильные боли, он беспокоится, плачет, не может никак успокоиться. Они уже перепробовали разнообразные способы, ничего им не помогает. Они, конечно же, пугаются и приезжают к нам по дежурству. И ночью мы начинаем объяснять, что же такое младенческие колики, почему это произошло и что с этим делать дальше. Поэтому эта тема актуальная, мне кажется. Мы ее сейчас подробнее обсудим, обсудим основные моменты, можно ли с этим что-то сделать, можно ли как-то помочь. Значит, принято считать, что колики впервые появляются на 2-3 неделе жизни. Все это происходит не сразу. Обычно ребенок рождается, происходит выписка из роддома, все радостные, все замечательно. Потихонечку налаживается какой-то режим и взаимодействие с малышом. Родители учатся, приспосабливаются к малышу. Малыш приспосабливается, соответственно, к новым своим условиям, адаптируется. И все относительно замечательно, более-менее налаживается режим кормления, сна. Ну и тут в 2-3 недели неожиданно начинаются такие неприятные проблемы. Вроде бы на фоне полного здоровья начинаются вот эти приступы колик, боли, крики, родители в панике и не знают, что же делать и почему так произошло. Но, тем не менее, это средний возраст начала колик, сделать с этим мы ничего не можем, повлиять на это мы никак не можем. Усиливаются эти колики обычно к 1,5-2 месяцам и уменьшаются чаще всего после 3 месяцев. Но у некоторых детей они могут быть затяжные, могут длиться даже до 5-6 месяцев. Наиболее типичное время возникновения колик обычно вечернее время. Но в среднем считается, что это период где-то с 3 часов дня до 8 часов дня. Как это происходит обычно? То есть в течение дня ребенок активный, бодрый, он хорошо кушает и все у него замечательно. И тут вдруг вечером совершенно на пустом месте возникает приступ интенсивного плача, крика. Ребенок начинает подтягивать ножки к животу, беспокоиться. И этот приступ длится определенный период времени. У всех по-разному. Минимум это может быть 10 минут, максимум это может быть даже 3 часа бесконечного плача. И затем он также совершенно спонтанно завершается. При этом на колики не влияет ни наличие разнообразных социально-экономических условий, не пол ребенка, то есть они встречаются и у девочек, и у мальчиков. И бывают они равны и при грудном, и при искусственном вскармливании. Как я уже сказала, возникает это достаточно спонтанно и неожиданно для родителей. При этом важно понимать, что общее состояние ребенка не страдает, он физически хорошо развивается, вне приступа, как я уже говорила, он чувствует себя замечательно, он хорошо прибавляет в весе, в росте, все его показатели в норме обычно. Что еще характерно для детей с коликами? Это, конечно, нарушение сна, потому что колики иногда могут быть и в ночное время, ну или просто это сказывается на общем настроении ребенка и сон его беспокойный. То есть он может часто просыпаться или продолжительность сна может быть нарушена, то есть она обычно сокращена меньше, чем мы ожидаем. Плюс ко всему колики усиливаются под влиянием, конечно, стресса родителей, потому что они беспокоятся, они не знают, что с этим делать, особенно если это впервые. И ребенок тоже чувствует, что родители в беспокойстве, и поэтому воспринимает колики, чувствует колики еще сильнее, еще интенсивнее и еще больнее. Почему же возникают колики? Есть ли какие-то причины, объясняющие возникновение колик? Конечно, этот феномен изучается уже длительно, долго, но тем не менее прямо четких причин до сих пор не выявлено.
То есть есть разнообразные теории, почему возникают колики, но четкой причины, на которую можно было бы повлиять и убрать колики вовсе, к сожалению, нет. Традиционно считается, что колики возникают в результате незрелости нервной системы малыша, в результате незрелости нервных волокон, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта, также в результате незрелости эндокринной системы и тех гормонов, которые также участвуют в работе желудочно-кишечного тракта, сокращений кишечника, его расслаблений. То есть все это результат именно недоразвития нервной системы, с которым сложно что-либо сделать, потому что темпы развития нервной системы и темпы развития органов и систем у каждого ребенка индивидуальны. То есть у кого-то это быстрее происходит, и быстрее происходит созревание, у кого-то медленнее, при этом все это укладывается в рамки нормы. Но, тем не менее, если присутствует вот эта вот незрелость, то ребенок будет склонен к развитию младенческих колик. В среднем созревание полное именно нервной системы желудочно-кишечного тракта, то есть тех нервных волокон, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта, оно заканчивается где-то к году, к полутора годам. Но, опять-таки, это достаточно вариативно, есть допустимые интервалы, но в среднем это год-полтора года, когда уже полностью созревает нервная система желудочно-кишечного тракта. Помимо незрелости, влияние на течение младенческих колик также оказывает индивидуальный порог болевой чувствительности. То есть мы сами по себе все знаем, что у нас разный порог болевой чувствительности. Для кого-то минимальное воздействие – это уже больно, для кого-то интенсивные какие-то болевые воздействия – это достаточно терпимо. Также и у малыша. У него есть своя чувствительность к болевым раздражениям. И, соответственно, спазм кишечника, колика для каждого ребенка будет восприниматься по-разному. Кто-то будет легче переносить, а у кого-то, ввиду индивидуальной болевой чувствительности, это будет восприниматься очень болезненно, очень интенсивно. То есть это тоже фактор, который влияет на течение и интенсивность младенческих колик. Помимо этого, в ходе многочисленных исследований были отмечены какие-то достаточно сходные особенности для всех детей с коликами, и в связи с этим были выделены факторы, наличие которых в семье будет свидетельствовать о том, что ребенок, скорее всего, будет предрасположен к развитию колик и интенсивных колик. Что же это за факторы? Сейчас я расскажу. То есть чаще всего к коликам склонны детки, которые родились в семье первыми. Ну, почему это достаточно понятно? Потому что это новое состояние для родителей, первый ребенок. Они хоть сейчас есть тенденция, да, к хорошей подготовке родителей перед родами, и матери достаточно много читают информации, но тем не менее всего прочитать нельзя, ко всему подготовиться невозможно, и поэтому первый ребенок это все равно в некотором роде неожиданность, это все равно достаточно значительный стресс для родителей. И все это сказывается на общем самочувствии ребенка, поэтому фактор того, что первенец в семье, он является предрасполагающим к развитию колик у малыша. Дальше это, конечно, отсутствие социальной поддержки беременной. Понятно, что беременность – это особое состояние для женщины. Часто ей требуется какая-то психологическая поддержка, какие-то беседы, повышенная степень заботы, уюта. Если она этого не получает, конечно, она находится постоянно в какой-то тревожности, стрессе. Все это отражается также на плоде и впоследствии отражается уже на родившемся малыше и может проявляться как раз коликами. Помимо этого, конечно, конфликты в семье тоже являются фактором, который провоцирует развитие колик у малышей. Ну, тут понятно, конечно, объяснять сильно не нужно. Это не создается неблагоприятная обстановка в семье, ребенок все это чувствует, мама находится в невротизации, все это он понимает, чувствует, все это отражается на его общем состоянии. Также к таким факторам относятся матери-одиночки. Здесь, в принципе, все то же самое, что я сказала выше, все это касается матерей, которые вынуждены воспитывать малыша одни.
Также относится возраст матери старше 30 и наличие высшего образования. Ну, тут достаточно интересно, можно это по-простому сформулировать, да, как горе от ума. То есть большой жизненный опыт, наличие высшего образования тоже с большим количеством знаний, особенно если это медицинские знания. Все это провоцирует повышенную тревожность, повышенное количество разнообразных мыслей. В итоге усиливает невротизацию матери и дальше уже усиливает невротизацию ребенка. И запускается опять-таки тот же круг, который мы уже выше обсудили. Курение во время беременности. Ну, здесь понятно, вредные привычки, они негативно сказываются на разнообразные факторы. И на беременности, на течение беременности, и на развитие ребенка, как внутриутробно, так и после рождения. Здесь как бы сильно объяснять не требуется. И мигрени у матери. Ну, здесь просто уже опытным путем установили, изучая большой массив данных, что вот матери, которые страдали мигренями, у них детки чаще тоже страдают коликами. Что хотелось бы резюмировать после данного блока информации, то есть на колики больше всего влияет общее состояние матери. Ну, у родителей тоже, но больше именно матери, потому что она проводит с ребенком максимальное количество времени. То есть если мама тревожная, волнительная, или у нее там послеродовая депрессия, ей сложно с ней справиться, и, соответственно, это отражается на ее эмоциональном фоне, то все это будет считывать ребенок, он также будет сам по себе, возможно, более плаксивый, более тревожный, и в большем проценте вероятности у него будут развиваться колики, и они будут протекать сложнее, тяжелее, интенсивнее. То есть все мамы должны следить за своим, так скажем, психическим, эмоциональным здоровьем, состоянием, работать с этим, потому что это будет на благо малыша. Таким образом, если брать колики как таковые, это просто спонтанный приступ плача ни с того ни с сего, который длится может в течение 3 часов, в течение дня. При этом этот плач продолжается не менее 3 недель, тогда мы считаем, что это точно колики. И вы, конечно, никогда их ни с чем не перепутаете, если хоть раз столкнетесь, потому что это просто бесконечно беспокойный, кричащий ребенок, который вдруг неожиданно в какую-то минуту, как по щелчку, успокаивается. Это вот есть суть младенческих колик как таковых, которые связаны именно с незрелостью. Но помимо этого, есть факторы, которые будут усугублять младенческие колики, утяжелять их. И сейчас мы о них поговорим подробнее. Значит, первый фактор – это аэрофагия. Что это такое? Это заглатывание воздуха во время кормления. Почему это может возникать? Ну, это всегда возникает при нарушении техники вскармливания. Если мы берем грудное вскармливание, как тут может быть нарушена техника? То есть ребенок недостаточно хорошо захватывает сосок, то есть в норме он должен захватывать большую часть ареолы, то есть не только сосок, но и ареолу, которая вокруг находится, должен полностью захватывать ее ртом. То есть большая часть груди должна находиться во рту ребенка, тогда не будет никаких дополнительных подсосов воздуха с угла рта, например, не будет заглатывания этого воздуха и прохождения дальше в желудочно-кишечный тракт. Если мы берем искусственное вскармливание, то здесь обязательно использование специальных бутылочек и сосок по системе антиколики. То есть там есть определенный клапан, который препятствует подсосу также воздуха и попаданию в желудочно-кишечный тракт. Как аэрофагия вообще влияет на колики? То есть если ребенок заглатывает большое количество воздуха и потом он не выходит, он попадает, соответственно, в желудок и потом попадает уже в кишечник. Прежде чем он выведется, да, естественным путем, он пройдет весь путь кишечника и будет там, естественно, оказывать давление на стенки кишечника, вызывая неприятные ощущения, болезненности и усугубляя течение колик. Таким образом влияет аэрофагия на колики. Следующий фактор, который может тоже усиливать колики, это нарушение диеты кормящей матери. Здесь мы берем именно грудное вскармливание. То есть, если говорить о питании матери,
то сейчас в целом нет таких прямо жестких подходов к диете кормящей матери, но тем не менее есть общие принципы, которые желательно соблюдать, чтобы ребенок чувствовал на грудном вскармливании себя комфортно. К ним относится, что в рационе кормящей матери не должно содержаться каких-то газообразующих продуктов. К ним относятся, например, там, бобовые, капуста, могут брокколи провоцировать, цветная капуста, излишнее газообразование. И в различных исследованиях показана связь именно наличия вздутия живота у матери с наличием вздутия живота у ребенка, который у нее находится на грудном вскармливании. Затем в питании матери не должны содержаться продукты, которые позволяют организму выбрасывать большое количество гистамина. К ним относятся классические цитрусовые, клубника, шоколад, ну, то есть такие аллергенные продукты, так сказать. И, конечно, мать должна следить за своим питанием в плане содержания молочной продукции. На начальных этапах, если у нас нет данных о том, что в семье есть какая-то непереносимость молочной продукции, мы не сильно ограничиваем рацион матери в плане молочной продукции, но с осторожностью относимся к употреблению цельного молока, там, сгущенки, например. Допускается употребление там, творога, твердого сыра, и обязательно смотрим за состоянием ребенка при этом. То есть, если рацион кормящей матери нарушен, она поела какой-то продукт, который провоцирует у ребенка повышенное газообразование, то есть тоже это будет усугублять, усиливать колики. Дальше это нарушение кишечной микробиоты. Ну, так называемый по-простому дисбактериоз, как бы такого у нас диагноза как такового не существует. Мы считаем, что это как нарушение кишечной микробиоты. Конечно, причин великое множество у детей. То есть это, например, отсутствие прикладывания в груди в роддоме сразу после рождения. Это, например, лечение антибиотиками в период сразу после рождения по показаниям. Ну, или если ребенок был рожден путем кесарево сечения, то есть часть микрофлоры он получил немножко иной, чем должен был получить при естественном родоразрешении. Ну, ряд других причин может способствовать нарушению кишечной микрофлоры, развитию там каких-то патогенных бактерий, которые, соответственно, также будут неадекватно переваривать поступающее молоко или смесь, провоцировать вздутие живота, усиление газообразования, усиление колик. Следующий пункт – это лактазная недостаточность. Здесь, конечно, это целое заболевание, достаточно серьезное. Но вкратце я поясню, как это может провоцировать усиление колик. Что такое лактазная недостаточность сама по себе? То есть это недостаточность фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар, лактозу. То есть в любом молоке, в грудном, там, в коровьем, в козьем, в любом содержится молочный сахар, лактоза. В норме наш организм расщепляет его с помощью фермента. У малышей бывает недостаточность этого фермента. Она может быть транзиторная, то есть она пройдет с возрастом. У некоторых бывает врожденная, то есть генетическая патология, при которой изначально этого фермента нет. Но, тем не менее, чаще мы работаем с транзиторной лактазной недостаточностью, то есть с временной. И как это проявляется? То есть ребенок в ответ на получение любой пищи, содержащей молочный сахар, то есть будь это смесь на молоке, на коровьем или на козьем, либо если мама поела достаточное количество молочной продукции, в грудном молоке повысил содержание лактозы, ребенок получает эту лактозу, расщепить ее организм не в состоянии, как положено, в кишечнике она начинает бродить и вызывать массивное газообразование, и таким образом также она усиливает колики. Следующее состояние – это непереносимость белка коровьего молока. Тоже достаточно серьезная такая патология, о которой много можно разговаривать, но опять-таки, если вкратце пояснить, то, соответственно, все наши продукты, в основном молочные, ну и коровье молоко, часто содержат белок коровьего молока. И у детей может быть непереносимость этого белка, то есть он не усваивается, вызывает активный аллергический ответ и, соответственно, разнообразные кишечные проявления. Но в частности это могут быть также газообразование, вздутие, боли, диарея. И это все будет усугублять также младенческие колики, усугублять их течение и увеличивать болевой синдром.
То есть вот это основные такие факторы, которые могут усугублять течение колик. То есть мы должны понимать, что колики, они сами по себе, эти факторы сами по себе. То есть младенческие колики могут возникать независимо от всего вот того, что я перечислила выше, но если какой-то из факторов перечисленных накладывается на младенческие колики, то он их будет усиливать и утяжелять. Соответственно, нужно будет разбираться и устранять эти факторы, чтобы облегчить как-то состояние малыша. Теперь мы поговорим поподробнее о красных флагах, так скажем, таких. То есть это о тревожных симптомах, которых быть не должно в норме при младенческих коликах. И если вдруг они появляются, значит, это не младенческие колики, значит, это какое-то иное состояние, которое требует консультации врача. Первый красный флаг – это, конечно, лихорадка. То есть если боли в животе сопровождаются лихорадкой, это уже не колики, это могут быть разнообразные состояния, например, там ОРВИ с кишечным синдромом или иные какие-то заболевания, пиелонефрит, прорезывание зубов, все что угодно, но не колики. Здесь нужно обязательно консультацию педиатра. Далее это недостаточная прибавка массы тела. То есть если колики длятся уже более там, 3 недель постоянно, при этом ребенок не прибавляет в весе, общее состояние его страдает, и аппетит у него нарушен. То есть здесь причина не в коликах, здесь надо смотреть иные какие-то патологии, возможно, вот развитие пищевой аллергии, аллергии к белкам коровьего молока, или лактазная недостаточность, или что-то еще другое присоединяется тоже. То есть это красный флаг. Далее это нарастание срыгиваний, появление рвоты. Такого при коликах тоже быть не должно. Срыгивания, конечно, могут быть, но незначительным количеством. То есть у нас допускаются срыгивания в норме, это до чайной ложки где-то объемом. Если они больше, если они постоянные, после каждого кормления, ежедневно, или если вдруг происходит срыгивание полным объемом, то есть все, что он съел, он тут же срыгнул, и при этом у него еще боли в животе, колики, то есть это уже какие-то иные симптомы состояния, патологии, которые требуют тоже консультации. Это уже не просто младенческие колики. Конечно, если есть кровь в стуле, ну, тут понятно, потому что любая мама сразу настораживается и сразу прибегает на консультацию к доктору, если вдруг в стуле ни с того ни с сего появляются прожилки крови. То есть при младенческих коликах также это недопустимо. Стул у нас обыкновенный при младенческих коликах, разнообразного там цвета, ну, от желтого до зеленого, могут быть какие-то там вкрапления белого цвета, если он, допустим, находится на грудном вскармливании, могут быть незначительные какие-то прожилочки там слизи, но крови там быть не должно ни при каких обстоятельствах. Если ребенок вдруг у нас при коликах становится очень вялым, отказывается от еды, вообще совершенно ведет себя нетипично, непривычно, и даже если колики прошли, он продолжает сохранять вот эту слабость, вялость, продолжает отказываться от еды, это тоже ненормально, тоже для колик нетипично, не характерно, поэтому нуждается в дополнительной консультации. И если на фоне колик не бывает самостоятельного стула никогда, и каждый поход в туалет требует каких-то дополнительных, так скажем, мероприятий, тоже это нетипичное проявление младенческих колик, это к ним не относится, это иные какие-то патологии состояния, которые тоже нужно разбирать. Был вопрос там про энтероколит у младенцев, пока мы как раз говорим про красные флаги и иные причины, усугубляющие колики, я сразу его разберу. Тут тоже можно много говорить, потому что это состояние отдельное, отдельная нозология, отдельное заболевание, много всего в него включено. Глобально можно разделить энтероколит на острый и хронический. Острый он чаще возникает под влиянием каких-то бактерий, ну, то есть это как острая кишечная инфекция, так скажем. То есть на фоне развития бактерий, вирусов, там, не знаю, грибов, в тяжелых каких-то случаях развивается воспаление слизистой оболочки кишечника с развитием разнообразных проявлений. То есть это и колики будут, и боли, и беспокойство, и нарушение стула. Чаще всего в сторону диареи там могут быть и кровяные прожилки в стуле, увеличение частоты стула, и консистенция может меняться в сторону совершенно водянистой. То есть это острый энтероколит. И есть хронический, который может возникать при ком
комплексе разнообразных заболеваний, в том числе, например, при аллергии к белкам коровьего молока. То есть там идет постоянное фоновое хроническое такое воспаление в кишечнике, которое тоже может сопровождаться и коликами, и болями в животе. И чаще всего идет нарушение стула, то есть он какой-то жидкий, он с прожилками, может быть, крови, он содержит большое количество слизи. Здесь важно вот это вот отметить, то, что если вы увидели в ребенка в калии большое количество слизи, то это свидетельство о каком-то воспалении именно в кишечнике. Слизь в большом количестве — признак воспаления. В незначительном она может быть у любого здорового ребенка, у любого взрослого человека, а вот если там большие какие-то протяжки, перетяжки, то это какое-то фоновое воспаление. Ну и если далее говорить про энтероколит, то у нас существует из первичной диагностики метод такой под названием определения кальпротектина в калии, специальный воспалительный такой белок. И если мы берем малышей, то у них норма кальпротектина свыше 500 в калии. Тогда мы можем думать о том, что там есть какое-то воспаление, энтероколит или что-то иное, то есть должны уже дальше разбирать. Вот. В остальном, как бы, эта патология достаточно такая большая, в рамках нашей темы сложно все охватить. Но вкратце это вот так. Итак, теперь дальше мы перейдем и быстренько поговорим о том, нужны ли какие-то обследования при младенческих коликах. Ну, чаще всего, если диагноз достаточно типичный и не вызывает никаких вопросов у педиатра, то ну, обычно ничего не назначается. Назначается уже комплекс специальных мероприятий, лечение, там, вспомогательные мероприятия. Я сейчас о них попозже расскажу, покажу все. Вот. Но если все-таки родители насторожены и у врача какие-то сомнения, то обследования производятся все базовые, то есть это общий анализ крови, общий анализ мочи. Обязательно исследуется анализ кала под микроскопом, то есть просто рассматриваем, как там идет процесс пищеварения, переваривания пищи. Если мы говорим о лактазной недостаточности, то там есть такой метод, как определение углеводов в калии. Если мы говорим про аллергию к белкам коровьего молока и хотим выяснить, есть она или нет, то определяем кровь на иммуноглобулин Е к белкам коровьего молока. Но, к сожалению, и при лактазной недостаточности, и при аллергии к белкам коровьего молока полученные результаты анализов можно расценивать 50 на 50. То есть, если там результат отрицательный, это не значит, что этой патологии нет. Все равно, прежде всего, мы ориентируемся на клинические проявления, но тем не менее. Может также назначаться кальный дисбактериоз. Ну, здесь что больше важно? То есть в кальный дисбактериоз присутствуют разные показатели. Это соотношение нормальной микрофлоры, это лакто- и бифидобактерий. На них мы редко обращаем внимание, потому что это равновесие очень динамичное. В разное время, если вы будете сдавать анализ кала, дня, например, утром, днем, вечером, этот баланс будет разный. Это будет зависеть от того, что поесть накануне. Но если мы берем взрослого человека, ну, у малыша также. То есть если мама поела что-то, какую-то пищу определенную, он поел это грудное молоко, отношение лакта, бифидобактерий будет разное. Но в кальный дисбактериоз нас больше всего волнует наличие патогенов каких-то, то есть тех бактерий, которые в норме там расти не должны. Или грибы, например, там кандиды, к примеру, или иные. То есть для этого обычно назначается кальный дисбактериоз, если это необходимо. Ну и, конечно, обязательно делается ультразвуковое исследование органов брюшной полости для оценки функции печени, желчного пузыря, для оценки строения поджелудочной железы. И также по УЗИ можно исключить какие-то грозные патологии, ну, на первичном этапе по типу там пилоростеноза или пилороспазма. То есть это спазм сфинктера, находящегося между желудком и двенадцатиперстной кишкой. В результате этого спазма как раз возникает срыгивание фонтаном, рвота полным ртом. То есть это уже... При выявлении этого диагноза разбираются уже хирурги, это хирургическая патология, они могут даже делать оперативное лечение. То есть для этого мы делаем УЗИ брюшной полости, чтобы отнести вот эти какие-то проблемы. В некоторых случаях мы еще можем проконсультироваться с неврологом, сделать нейросонограмму ребенку, чтобы посмотреть, нет ли там вовлечения внутричерепного давления, которое может быть как-то оказывает тоже влияние, особенно если еще срыгивание присоединяется. То есть можем работать в тандеме с неврологом и с его обследованиями. Ну, это основной базовый такой перечень обследований, который необходим при коликах. И теперь давайте уже поговорим поподробнее про методы помощи ребенку. Можно ли вообще как-то помочь, получится ли или не получится.
В первую очередь, конечно, как я уже неоднократно сказала, должна быть благоприятная обстановка дома, это нормализация эмоционального фона матери и исключение, то есть, домашних каких-то конфликтов, каких-то недомолвок, то есть такого, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности дома и был спокоен. Далее должен быть обеспечен адекватный контакт мать-ребенок. Что это значит? То есть, ну, мать, по возможности, конечно, должна быть благожелательно настроена к ребенку. Если мама чувствует какие-то признаки усталости, переутомления, и у нее есть возможность как-то разделить, так сказать, свои обязанности, то она должна обязательно в период, когда испытывает интенсивный вот этот вот стресс, усталость, отдать просто ребенка кому-то, папе, бабушке, дедушке, ну, кому угодно, там, подруге, если она помогает. То есть терпеть это состояние нельзя, и при наличии возможности делегировать свои обязанности, нужно их делегировать. Отдохнуть, буквально там бывает, кому-то хватает, ну, 20 минут просто полежать в спокойствии, чтобы дальше уже прийти к ребенку с новыми силами, и ребенок будет чувствовать, что мама рада ему, что мама в хорошем эмоциональном состоянии и будет чувствовать себя спокойно. То есть обязательно эмоциональный фон матери у нас стоит, ну, чуть ли не на первом месте. То есть здесь, конечно, тоже можно много говорить о психологическом состоянии мамы, но нельзя терпеть усталость, нельзя терпеть стресс, нельзя думать то, что это ненормально, что я какая-то не такая. То есть мама должна отдыхать, мама должна наполняться, восполнять свой эмоциональный фон, чтобы обеспечивать адекватный уход за ребенком. Это не стыдно, это не страшно, это абсолютно нормально. Так же, как и наличие послеродовой депрессии, все это очень важно, за этим обязательно нужно следить. Это никакая не ерунда вовсе. Вот. Ну, дальше, конечно, мы должны обеспечивать технику правильного вскармливания, об этом мы уже поговорили с вами. Питание матери должно быть тоже скорректировано. Бывает обычно как, что мама, например, ест все подряд, вроде и ребенок хорошо воспринимает, но какой-то иной продукт, неожиданный совершенно, ну, например, там печенье какое-то, вдруг вот она заметила, что когда поест печенье, обязательно сразу у ребенка колики. То есть тут очень индивидуальный такой подход, очень тонко должны наблюдать мы за малышом и отслеживать его состояние в ответ на изменения рациона мамы, то есть даже на какие-то нетипичные продукты обязательно следим, даже в некоторых случаях допустим введение пищевого дневника, чтобы наглядно оценить, что съели и какая реакция у малыша была. Так. Дальше, значит, по поводу искусственного вскармливания, тут тоже кратко я скажу, в том плане, что если, конечно, у нас выявились дополнительные проблемы в виде лактазной недостаточности или аллергии к белкам коровьего молока, то здесь уже идет подбор специальной смеси. Обычную базовую смесь уже ребенок не ест, здесь уже идет подбор там либо безлактозной смеси, либо смеси на основе гидролизата, где белок расщеплен. Но об этом не будем сейчас подробно разговаривать, потому что это очень много и долго. Дальше, что касается применения газоотводных трубок и клизм. Конечно, сейчас много можно встретить на эту тему информации, абсолютно разрозненной. В целом, все равно считается, что применение этого нежелательно. Конечно, если там запор вдруг у ребенка и никак он не может самостоятельно его разрешить, допускается, да, прием там клизмы. Но в целом нужно подбирать именно лечение, подбирать, чтобы обеспечить адекватный стул, адекватное отхождение газов. Потому что если мы будем постоянно стимулировать анальное отверстие газоотводной трубкой или клизмой, то сфинктер этот анальный не научится адекватно сокращаться, и ребенок не научится адекватно справляться с газообразованием, проводить именно режим дефекации, то есть похода в туалет. Поэтому это допускается в крайнем случае, если вы уже все перепробовали и ничего не получается. Но рутинно каждый день использовать там газоотводную трубку для разрешения колик неприемлемо. Так, теперь поговорим мы про медикаментозную терапию, что у нас есть в нашем арсенале. Чаще всего для того, чтобы помочь при классических младенческих коликах без иных патологий, мы используем преимущественно только ветрогонные препараты.
Все они делятся обычно на две категории. Это препарат, который содержит симитикон, и растительные разные препараты на основе фенхеля, укропа, ромашки. Здесь нет универсального, к сожалению, препарата. Каждый подбирает ребенку то, что ему подходит. То есть иногда бывает перебором до 5 препаратов, когда уже находится там тот, наконец-то, нужный, который помогает ребенку. Бывают дети, которым ничего, к сожалению, не помогает, и ни один из препаратов не уменьшает особо газообразование, сильно это не влияет. Бывают и такие, к сожалению, случаи. Сказать, что что-то из этого лучше, что-то хуже, нельзя, потому что, я говорю, это индивидуальная чувствительность. Единственное, что при приеме растительных препаратов мы опасаемся развития аллергической реакции в большей степени, потому что все-таки там находятся такие достаточно активные компоненты, то есть фенхель, мята бывает тоже, то есть это все может провоцировать развитие аллергий, а симитикон в меньшей степени. Хотя, опять-таки, это сугубо индивидуально, но, тем не менее, растительный препарат чаще вызывает. То есть мы используем именно ветрогонные. В тяжелых случаях, когда уже болевой синдром длительный, никак не купируется, мы можем использовать спазмолитики, но это обычно на этапе стационара мы делаем, когда ребенок к нам поступает, и нужно как-то вот эту ситуацию разрешить. Используем мы там препараты дротаверина. Так рутинно, то есть дома, ежедневно это не используется. Что касается препаратов пробиотического характера и пребиотиков, то есть это там разные полезные бактерии для кишечника, либо субстрата для роста полезных бактерий, здесь тоже как бы, если есть, конечно, нарушение микробиома кишечника, и вы знаете об этом, да, то есть вы с врачом это подтвердили, то допускается. А в норме обычно не требуется прием этих препаратов, классические, всем подряд мы их не будем назначать при коликах. То есть, опять-таки, работают они 50 на 50. У кого-то помогает, у кого-то не помогает. Но, тем не менее, как метод тоже вспомогательное лечение, наличие пробиотиков присутствует. Ну, что касается там наличия ферментов разнообразных, это все зависит от того, есть ли ферментативная недостаточность или лактазная недостаточность. Все это по анализам, по клинике будет понятно. И тогда уже принимается решение о том, что нужны ли нам дополнительно ферменты, содержащие препараты, например, там лактаза в таблетках или в каплях, или там препараты панкреатина. Ну, то есть рутинно также, то есть всем подряд это не назначается и не должно назначаться. Теперь уже перейдем с вами к вспомогательным методам лечения. Это массаж и физкультура. Что я хочу сказать. Период приступа, когда у ребенка начались колики, он кричит, беспокоится, очень сложно как-то ему прям кардинально помочь, что-то там сделать, потому что он обычно либо выгинается, либо ножки поджимает, очень сложно его промассировать как следует. То есть в период приступа нам обычно больше всего может помочь только позиционная так называемая терапия, сейчас я вам покажу. Есть у меня тут такой помощник чудесный, вот. И, значит, позиционная терапия – это что? Это разнообразное положение ребенка у вас на руках. То есть, ну, в норме, как мы там его держим, да, просто аккуратно. Если у нас колики, что мы можем сделать? Можем попробовать позу тигр на ветке, да, то есть положить малыша на ручку к себе аккуратно, ручки, ножки у него будут свешены, вот так подержать. То есть тогда напряжение передней брюшной стенки будет сниматься, газы будут лучше отходить, то есть некоторым деткам помогает и эта поза. Потом есть такая поза султанчик, то есть ребеночек прикладывается к себе спинкой, а ножки у него складываются по-турецки. То есть при этом идет расслабление именно анального сфинктера, тоже может улучшаться отхождение газов. Можно просто носить малыша к себе спиной, то есть бывает, что облегчение от этой позиции происходит. И, конечно, обязательно мы используем такую позу, как живот к животу, да, то есть мамочка кладет малыша к себе на живот, ну, меня не видно будет, вот. Обязательно его животик, голенький живот мамы тоже оголен, то есть вот это вот тепло мамы, контакт кожи к коже тоже будет успокаивать ребенка, улучшать его состояние. То есть это вот то, что реально можно сделать в период прямо приступа. Далее, значит, массаж и физкультура, они больше нацелены на предотвращение приступа и на его облегчение. Массаж живота мы делаем именно в неприступный период, когда ребенок бодрствует, после того, как он поел, где-то там, может быть, через час, полтора-два, чтобы не вызвать срыгивание, делаем массаж живота.
какие обычно мы делаем движения, то есть ребенок, ну, он будет лежать у вас, у меня, я покажу здесь, на себе, мы делаем просто круговые движения, при этом мы достаточно активно должны нажимать на животик, не боимся, не просто гладим, а немножко даже поджимаем, то есть круговые движения по часовой стрелке, затем мы делаем движения руками, одна вниз, вторая вверх, то есть вот так вот попеременно вверх-вниз, также тоже нажимаем достаточно интенсивно, чтобы прогонять эти газы, осуществлять воздействие на стеночки кишечника. Затем ручками в стороны вот так вот делаем, тоже активно нажимаем на животик. И вот так помассировали несколько минут, затем ножки к животику поджали, велосипед поделали, просто поджали, подождали, газы отходят. То есть массаж в течение дня можно делать до 8-10 раз в день, как у вас позволяет время, как позволяет активность ребенка. Обязательно должно быть также выкладывание на живот, там, перед кормлением, если ребенок не сильно голодный, позволяет вам, либо в течение дня там, после еды, чтобы, во-первых, тренировать мышцы передней брюшной стенки, а во-вторых, также выкладывание на живот обеспечивает отхождение интенсивных газов. И немножко сейчас покажу про фитбол. Есть у меня тут мячик. Вот оно, то есть тоже занятия на фитболе мы используем именно больше для тренировки мышц передней брюшной стенки, чтобы именно их сокращение приводило к эффективному отхождению газов. Обычно у малышей, ну, где-то 2-3 месяцев, там, на фитболе мы заниматься долго не можем, то есть они быстро утомляются, ну где-то там до 10 минут, это прямо максимум. Какие упражнения мы можем делать? То есть мы можем малыша положить на животик на фитбол, да, ну, аккуратно тут будем придерживать ему головку, соответственно, и вот аккуратно покачиваем вперед, назад, потом вот влево, вправо, очень-очень аккуратно, очень комфортно, мягенько покачиваем, и вот так по кругу сначала в одну сторону, потом в другую. Обычно как бы маленькие, ну, выдерживают все по-разному, ну, 3-5 минут это прям край, который можно сделать. Можно просто вот так вот делать такие движения пружинищие на мячике. Некоторые малыши даются, то есть можно их перевернуть на спиночку, это уже просто такая гимнастика, то есть вперед, назад, вот так вот их подвигать. То есть такие вот методы используются для того, чтобы улучшить отхождение газов и обеспечить именно более благостное протекание колик. К сожалению, как бы в сам период колик нет волшебного средства, даже если мы дополнительно будем, например, давать витрагонные в обострении, кому-то это поможет, кому-то не поможет. Здесь вы можете работать только позиционно, вы можете греть живот также тоже. Нередко помогает дать ребенка именно мужчине, то есть папе, дедушке, во-первых, потому что у них температура тела выше, чем у женщины, во-вторых, мужчина не так утомлен и изнурен, как мама, то есть он более спокоен, ребенок успокаивается, то есть такие методы могут сработать в период обострения. Да, к сожалению, чаще всего это просто выжидание, спокойствие, то есть перебор положений тела, чтобы улучшить отхождение газов. Но если ребенок дается, то массаж живота в период приступа. Вот. В остальном, как бы, проблема такая очень неприятная, к сожалению, малоразрешимая, но, тем не менее, при отсутствии каких-то красных флагов не опасная. То есть это все проходит, ребенок растет, и все в итоге нормализуется. Thank you.